хэдшот, попал прямо в хэдшот. Застрелил меня, ушел. И за ней тоже пошел. Здорово, люди, с вами я, Георайдер. И, кстати, ссылка на моего одного друга будет в описании. Это Лэрш Джейк. Как-то так. Итак, сейчас буду Вилли на одном велосипеде делать. Попробую как можно дальше прокатиться. Так, стартуем отсюда. Ребята, я на нем буду дропать вот отсюда. Ну, велик моего друга Лэрш Джейка. Он сзади меня, ладно. Ну, сейчас скоро на нем дропну. Вот оттуда. Итак, попробуй фейки, но это не вариант, что я его сделаю с первого чёрта. Итак, на нем фейки сложно делать, я не знаю почему, но все же сложно. Потому что мне надо каждый день стабилить фейки, чтобы он доводить до превосходства. А дальше я попробую и дропну. Итак, я сейчас попробую прокатиться с одной ногой, без рук и без ноги. Сейчас. Вот так. Я не знаю даже, что делать, потому что на МТБ мало какие трюки можно сделать, а еще и двух подвес. Ну, попробую еще раз рокнуть. Подожди. Сейчас кое-что еще попробую. Хоп! Хоп, попробую банник и мануал. Три трюка попробую. Если сделаю, сделаю. Если нет, нет. Три. Итак, хоп. Банник, хоп. Три. Итак, еще раз попробую банник, чтобы дали вам видно, видно было, как бы я понимаю. Делаем руки вот так вот, сжимаемся всем весом, потом отталкиваемся назад, а потом вперед. И это надо все быстро делать, чтобы банник получился. Сейчас я сделаю. Итак, последний трюк мануал. Ролик вышел небольшим, не знаю почему, ну, такие покатушки у нас опасны. И ладно, сейчас попробую мануал. Сейчас сделаем. Итак, на этом все. Почему-то у меня не получается выдернуть мануал, потому что сил не хватает. Ладно, ссылка в описании будет на канал моего друга Лэрш Джейк и второго друга Лука Райдер. А на этом все. Вроде ролик вышел очень маленький. Ну ладно, всем пока, всем прощай.